Каждый день с городских улиц на штрафстоянку эвакуируют до 15 автомобилей, хотя нарушителей гораздо больше. Машины оставляют не только на газонах и тротуарах, но даже под запрещающими знаками и на пешеходных переходах. В рейд сотрудниками ГИБДД отправилась наша съемочная группа. Улица Московская областного центра. С одной стороны дороги стоянка запрещена на протяжении нескольких кварталов. От Ленина до Свободы автомобили уже не ставят. Ближе к Театральной площади нарушителей хватает. Тем, кто еще не успел выйти из машины, выписывают штраф 1500 рублей. Остальным придется пережить немало неприятных минут, не найдя своего автомобиля. Владелец автомобиля, который забывчиво оставил его под знаком, оплачивает не только административный штраф, но и стоимость перемещения автомобиля на специализированную стоянку. Во время эвакуации на этой машине сработала сигнализация, и владелец не замедлил появиться. Однако автомобиль уже погрузили, и хозяину помимо штрафа придется выложить еще 1400 рублей. Проблема парковки в будние дни стала настоящей головной болью для автолюбителей. В Кирове не хватает мест у торговых и офисных зданий, медицинских и государственных учреждений. Недостаточно карманов для парковки на проезжей части и во дворах. Вот и оставляют машины под запрещающими знаками и даже на пешеходных переходах. Ежедневно с улиц города Кирова сотрудники ГИБДД эвакуируют примерно 10-15 автомобилей. К сожалению, пока эвакуаторов у нас было мало, но со вступлением в силу постановления правительства Кировской области, любой желающий, который имеет эвакуатор и спецстоянку, может подать документы в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области и участвовать также в задержании транспортных средств. Скоро у кировских инспекторов появится специальный прибор «Паркон», который установят в патрульном автомобиле. Автоматический регистратор нарушений парковки оборудован двумя телекамерами – широкоугольной для записи дорожных знаков и дорожной обстановки и длиннофокусной для распознавания номеров. Кроме того, устройство позволяет фиксировать нарушителей и в ручном режиме, например, автомобили, оставленные на газоне или на тротуаре. Валентина Палкина, Вячеслав Голиков, «Вести Киров».